город Нижнекамск. Он сделал санузел. Вот так он выглядит. Скрытый люк. Ах, одной рукой. Аккуратненько его. Угу. Вот так. Внутри бойлер. Слив с бойлера. То есть аварийный слив. И слив полный. Все уходит в канализацию через вот такие воды. Прокрашенный гипсокартон. Заполненное пространство между клеем и люком самим. Вот так это все выглядит. Гигиенический душ. Розетка. Краник на унитаз. Вот здесь он, вот такой хромированный. Прямой вывод. Подвесная раковина. Здесь тоже краники сразу стоят. Потолок пластиковый. Слив тоже сделан в стену. Через ванну выходит в общий стояк. В ванне ремонт был уже сделан от прошлых хозяев. Здесь сделан вот такой короб. Все сделано так, как будто он здесь был изначально. Вот. Вот так. Еще раз.